Маркиян Надежда Романовна, песня по крещению. Выступает за город Краснодар. Играет в турнирах категории до 15 лет. С 9 до 10 лет победительница Краснодарского края, первая ракетка Краснодарского края. Входила в первую десятку по России. С 10 по 12 лет первая ракетка Краснодарского края, пятая ракетка России. Член сборной Краснодарского края, сборной России с 2016 года. С 2016 представляла Краснодарский край в команде турниров по России. С 2017 года является основным игроком за сборную Краснодарского края и с 2018 года за сборную Российской Федерации. Имеет более 60 призовых мест по России и по Европе. Победительница европейских стран и на сегодняшний день первая ракетка России и 10-я ракетка в Европе. И вот перед каждым турниром она просит так вот по сообщению благословить ее и помолиться за нее, чтобы она победила. Я начала большим теннисом заниматься с 4 лет, занимаюсь 10 лет. Мой последний турнир я заняла первое место. Это было в ноябре. В финале было очень сложно. Я старалась. С Божьей помощью я выиграла. А что для этого надо? Надо трудиться, надо работать, надо учиться. Можно путешествовать. Но привозить все домой и делать дом родной краше. Скажите, как ваше мнение вот по поводу путешествий? Как вы ощущаете вот такой вот, скажем так, душой русского человека ситуацию, которая сложилась сейчас в европейских странах? Побывали в многих странах. Но дети, поверьте мне и надежде, что таких детей красивых, таких умных детей и духом сильных нигде нету. Поэтому никому никогда не верьте. У нас есть великая Россия, у нас есть наша церковь православная. Я надеюсь, что Надя, получив большие результаты в спорте, она сможет потом заниматься с детками, их учить, заниматься с ними теннисом. Это тоже хорошее дело, радостное, дело доброе, которое приносит человеку тоже то счастье, к которому мы все с вами стремимся. Ну давайте все дружно ей пожелаем ей многое лето, пожелаем ей, чтобы она добивалась нужных результатов, ну и еще постаралась не один раз побывать в нашей школе, поделиться своими впечатлениями.